6 часов непрерывной работы и стратегии развития на 10 лет. В Вишкаемском районе активные жители поучаствовали в стратегической сессии, строили планы на будущее, высказывали проблемы и предлагали решения. Все под руководством опытных модераторов. Вишкаемский район расположен на северо-западе Ульяновской области, богат своими полезными ископаемыми и сельским хозяйством. Свою малую родину вишкаемцы любят и не хотят, чтобы молодежь уезжала. Для этого предлагают массу вариантов решения, от продления пособий на детей до создания семей. Центра общения. Видно то, что жители Вишкаемского района, они заинтересованы в том, чтобы передавать семейные ценности. Они заинтересованы в том, чтобы семья была большая. Об этом говорят многие. Даже вот работая со своей командой, все в основном говорили, мы хотим, чтобы наши дети оставались в этом районе, поэтому нам надо прививать ценности нашей семьи. Говорили также о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и строительстве дорог. Участники работали над созданием брендбука Вишкаемского района в приоритете развития внутреннего туризма. Для этого активисты предлагали открыть туристический центр и спа-комплекс с использованием местного месторождения голубой глины. Интересно, что работа не прекращается с окончанием сессии. Они звонят, они дописывают предложение, я забыл, я хотел, я не смог сформулировать. И вот это радует, то, что люди поверили и стали доверять очень важные вещи. Идеи, за которые проголосовали большинство участников, представили на рассмотрение главе администрации района Татьяне Стельмах. Напомним, стратегические сессии «Движение вверх» организованы по инициативе главы региона Алексея Русских. Анна Тищенко, Улправда ТВ.